главным предложением этого часа становятся брюки Лилиана от культового бренда Greenlight. Кому никак бренду Greenlight знать, что такое пошить правильные брюки. Ведь ровно 25 лет назад он начинал свою карьеру именно с этого сегмента работы. Данная модель представлена из плотного жаккардового трикотажа, хорошей максимально прямого силуэта и, конечно, на эластичном поясе в большой традиционном количестве цветов. Данная модель идеально подходит для встречи будущего осеннего периода, хотя сейчас аномальные прохладные периоды во всех регионах, даже включая Краснодар. И поэтому в данном случае брюки будут идеально вписываться в гардероб уже летнего и, конечно, будущего осенне-зимнего периода. Вот такой вкусный томатный красный оттенок вы можете выбрать для себя. За счет именно фактуры цвет более глубокий и не смотрится слишком ярким, то есть уже с отсылкой к осенней палитре. Следующий оттенок, один из самых любимых цветов наших покупательниц, это, конечно, магический фиолетовый. Будет представлен вкусный терракотовый, будет называться он оранжевый в заказе. Коричневый цвет, такой, знаете, молочный шоколад. Тоже один из самых любимых цветов нашими дамами, это вот такой изумрудный зеленый в заказе. Классический васильковый цвет. Самый классический для офиса темно-синий, ну и завершает палитру базовый черный оттенок. Данная модель идет от 46 до 66, по факту до 68. То есть брюки 66 размера на стабильный 68 тоже могут удачно сесть. На подиуме появляется Оля. 52-54 выбирает для себя брюки в оранжевом цвете в 52 размере. Вот так они сидят у нас с вами размер в размер, если мы их выбираем от бренда Greenlight. Кстати, данная модель длиною по боковой резинке 112 сантиметров. Идеально подходит на рост от 170 до 190 сантиметров. На подиуме модель 180 сантиметров. Дамы, которые имеют более невысокий рост, данные брюки все-таки придется подшить или укоротить. Поэтому, если готовы как раз к этому, то присоединяйтесь и забирайте для себя. Но в любом случае, брюки от бренда Greenlight – это всегда комфорт, удобство и стройность. 1799 рублей цена только сегодня. Что это означает? Это значит, что после прямых эфиров и сегодняшних суток брюки опять вернутся к предыдущей цене. А предыдущая цена была 1999 рублей, то есть снижение к этому дню на 200 рублей дополнительных. То есть вот как раз-таки сэкономить на том, чтобы не оплачивать дополнительные деньги за сервисный сбор. Данная модель, как я уже сказал, идеально подходит для встречи прохладного лета и будущего осенне-зимнего периода. За счет мягкости и комфорта материала он легко прилегает по фигуре, а за счет плотности и фактуры он придает камуфлирующий эффект. То есть скрывает недостатки, подтягивает силуэт и более комфортно сидит на фигуре. В таких брюках вы практически не чувствуете их во время сгиба, посадки и прилегания. Данные брюки не перегревают ваше тело, когда вы находитесь в помещении, и в то же время не создают эффекта замерзших ножек, когда вы находитесь на улице уже даже в минусовую погоду. Данные брюки, несмотря на спортивный элемент кроя, очень хорошо вписываются и интегрируются в классический силуэт. Вот обратите внимание, в каком изысканном образе Ника прогулялась буквально вчера до того, как начнется безумный ветер и дождь. То есть успела. Но как красиво. Жакет, блуза, эти брюки, цветовая гамма. Пусть она будет для вас вдохновением. Ну а с нашим кардиганом пальто, который был представлен в начале часа, это просто Гензель и Гретта. Они, мне кажется, должны быть в одной и той же корзине. И брюки, и кардиган пальто. Ну и, конечно же, водолазка Астория. Вот три топ-3, которые я бы сегодня рекомендовал из этого прямого эфира забирать для себя в обязательном порядке. 100% бесплатная доставка за счет пальто. Конечно же, бонусом пойдет за 799 рублей наш водолазка Астория и брюки за 1799 рублей. Для вас обязательно сделаем замер одного из размеров, для того, чтобы вы понимали, сколько же они в сантиметрах. Вот красный цвет в 54 размере для вас померю. Напомню, длина от бокового шва 112 сантиметров. То есть изделие для дам невысокого роста нужно будет подшить. Давайте сразу, кстати, объясню, как это лучше всего сделать. Если у вас рост средний, то вы можете прямо на подгибку подвернуть и подметать вручную, если можете сами, либо отдать модистке. Если дама ниже ростом, то возьмите, такой совет вам дам.
То есть более глубоко их будет подвернуть и посточить, а потом подвернуть и сделать подгибку. Будет идеаль. То есть, простите, именно такое по укорачиванию модели, чтобы ткань сохранить и при этом не выбрасывать. То есть, чтобы не отрезали и выкинули, и вам подшили, а вот именно с такой подгибкой. Так будет намного удобнее и даже эстетичнее. 54 размер. Померяем по бедрам и посмотрим на его потенциал. Смотрите, вот в острой части бедра в среднем ткань 49-40 сантиметров. То есть каждое бедро по 80 сантиметров. При растяжимости до 56-55. То есть каждое бедро до 110 сантиметров. Высота резинки у нас с вами, причем она понтажная, 6 сантиметров. Высота посадки ультравысокая. То есть смотрите, 46-48, потенциал до 52 сантиметров. То есть данная модель может подтягиваться до реберной зоны, хорошо скрывать зону живота. Если как раз у вас период беременности будет проходить и рожать вам именно в холодный уже период, данные брюки идеально. На животике будут хорошо сидеть, сильно не обтягивать, не вредить плоду, и в то же время вам будет очень безопасно и комфортно. Поэтому, молодые мамы, тоже присоединяйтесь. Ну а если вы многодетная мама, вы как вот в том знаменитом советском мультике «Бедная обезьянка», как она скакала со своими детишками, и в основном так и в многодетных семьях и происходит. В таких брюках удобно, как говорится, в разбеге ловить младенца, при этом порицать более старшего сынишку или дочку и при этом крутить, как говорится, колесо и их развлекать. То есть в данных брюках очень удобно делать все. То есть вплоть даже садиться на шпагат, потому что пластичный у нас с вами материал. Красный оттенок, такой цвет томата, очень благородный, эффектный оттенок. Фиолетовый цвет. Мне очень нравится вот этот оранжевый оттенок, больше похож, знаете, на глиняный цвет, да, как будто незапеченной глины. Шоколадный вкусный цвет молочного шоколада, глубокого зелени. Опять же, синий цвет, васильковый в заказе, но по факту он прям уже осенний. Кстати, он полностью отражает оттенок самого глубокого озера в мире, озера Байкал. Темно-синий оттенок, такие темные ночи у нас с вами будут именно осенью. И, конечно же, базовый черный. Его, кстати, больше всего у нас раскупают, поэтому в каждом размере он практически в ячейке уже в ограничении. 1799 рублей, культовый бренд Greenlight, высота посадки ультра, почти 90 сантиметров, потенциал по бедрам и максимальная длина, чтобы подходила от самых невысоких до самых высоких дам. И цена только сегодня от вашего любимого бренда, который именно все знает о брюках.